Мы новички в кондитерском изделии, но мы учимся всему. Поэтому то, что мы сейчас добились, это для нас большой прорыв. Большой прорыв для фермеров из Троицкого Сунгура – открытие магазина натуральных продуктов. Сыроварня, пекарня, кафе и магазин – все в одном здании. На прилавках только местные продукты, сделанные руками предпринимателей, входящих в кооператив «Станичный». Молоко, сыр, полуфабрикаты, консервы и мед. Продукцию презентовали первому заместителю министра сельского хозяйства России Оксане Лут. Кроме всего прочего, мы прививаем любовь к профессии, проводим здесь мастер-классы для наших кадетов. Ульяновская область – одна из лидеров, где активно развиваются сельскохозяйственные кооперативы. Вместе проще и наладить сбыт, и получить субсидии. Станичный – тому подтверждение. В целом, Новоспасский район – пример, как нужно комплексно развивать сельские территории. Есть не только рабочие места. Для специалистов и их семей строится современное жилье, детские сады, школы и дороги. Приморский федеральный округ является лидером по этой программе, то есть самые большие баллы, самое большое количество проектов, причем очень хороших проектов, это как раз Приморский федеральный округ. Поэтому здесь и дальше, мне кажется, у нас только больше активности нужно, да, с точки зрения бюджета. Каждый год бюджет мы увеличиваем. В прошлом году у нас было больше 50 миллиардов рублей на программу, в этом году нам выделили 60 миллиардов рублей на. В этом году финансирование по программе «Комплексное развитие сельских территорий» составит 506 миллионов рублей. Средства пойдут на ремонт дорог, решение проблем с водоснабжением, развитие жилой инфраструктуры, благоустройство. И в этом направлении мы будем двигаться, будем активно участвовать во всех федеральных программах, которые предлагает министерство. Активность у нас есть, я думаю, вы это сегодня заметили. В этом году на выделяемые деньги в том числе достроят дорогу в Новомалыклинском районе и благоустроят площадки под компактную жилищную достройку в микрорайоне Южный в Новоспасском. Анна Тищенко, Улправда ТВ.